Уже с самого начала войны 120-миллиметровые «Бориса Шавырина», или, как их называли в войсках, тяжелые полковые минометы, стали для подразделений Красной Армии едва ли не основным оружием ближнего боя. Мобильное, простое в эксплуатации оружие, способное выстреливать в минуту до 15 мощных пудовых мин на расстоянии почти в 7 километров, минометы Шавырина наносили весьма существенный урон противнику. Одним из самых известных минометных расчетов в годы войны был расчет братьев Шумовых. Всего братьев было 6. Лука, Василий, Иван, Авксентий, Семен и командир Александр. Братья добились такой слаженности действий, что прежде чем первая мина достигала цели, они успевали запустить еще 2 десятка. Шумовы ловко накрывали минами неприятельские позиции. К сожалению, не все братья вернулись домой. Трое из них, Василий, Семен и Иван, пали смертью храбрых в боях за Родину.